В Елабужском институте продолжается трехдневная информационная сессия с участием студентов и сотрудников особой экономической зоны Алабуга. В простой увлекательной форме спикеры рассказали о принципах отбора специалистов для этой промышленно-производственной площадки и о самой зоне, отметив, что Елабужский институт является настоящей кузницей кадров. У нас уже 23 завода, которые просто ищут кадры, которые должны им помочь реализовывать свои планы по строительству, по запуску производства. Мы как управляющая компания в этом содействуем и надеемся, что будем полезны студентам, и они продолжат свое будущее, свяжут свое будущее с особой экономической зоной Алабуга. То есть задача познакомиться, сделать своего рода что-то клубного общения, сделать это традиционным, так, чтобы любой, кто здесь обучается, рассматривал нашу зону и нашу школу, да, как возможное приложение своих компетенций, своих каких-то талантов. Адель Шамилова, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Универньюз.